Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. У меня телефон не идет. Прям как блогер еще и свет настраивает. Так, привет, короче, сейчас будет судейство. Ну как, судейство, на самом деле, обзор и отбор треков на битмейкерском батле Banger Zone. Треков по листе 81. И, ну, мне ребята, организаторы этого батла, сказали то, что типа ты можешь отбирать сколько угодно, пока у меня есть свободный денек, а.к.а. свободное время. Мы это сейчас сделаем. Я еще нормально не прослушал. Эфир я этот сохраню, я думаю. Действовать мы будем следующим образом. Я прослушаю в перерывах и думаю даже, возможно, перематывая какие-то треки, чтобы определиться, действительно ли они мне заходят или нет. Вот, и если они мне зайдут, собственно, какие-то, я к ним вернусь, переслушаю обязательно, и там уже как-то более детально послушаю, может быть, дам даже какие-то советы. Вот. Че, начнем? 81 трек, блядь. Поехали. Сколько я помню, я давал сэмпл в Wolf Mother. Посмотрим, как ребята его смогли реализовать. Но там еще было 2 сэмпла. Сори за такой угол, я просто по-другому не могу. Так, ну сразу скажу, я типа такую мелодику не люблю, но это, я так понимаю, сэмпл, поэтому париться не буду. Саба основную подобрал, но допустим это будет так. Может куда-то, наверное, сюда убрать, чтобы я постоянно вот так рукой не закрывал экран. Прикольно, типа грувово. Слышно, все, чувак сидит на своем клауде, постоянно там роется. Вот я говорю, типа нет смысла там много слушать трек, потому что дальше он особо не меняется, это биток и биток. Ну, сейчас я себе на пометку этого чувака поставлю. Так, это ага, точка. Ссылку потом на плейлист я кину в твиттер. Так, ага, точка. Да, блядь, точка. Так, я его записал. Поехали дальше. Тот же сэмпл, запиченный, или по формате, я что-то пока не понимаю. Тоже чел зависает на самом клауде, но чел еще не научился делать грув. Mm-hmm.
такое я особо не люблю. Вообще, в принципе, батл битмейкеров должен, ну, должен быть батл скиллов. И тут челик просто использует сэмпл. А вот есть синт, который на подложке арпеджио идет. Даже не арпеджио, а просто он там по LFO его читает. Челика получился уже грув такой прям качалый, но это, по-моему, заслуга снейра, у которого есть немножко замедленная атака, а он также по сетке раскидывает ударку. То есть когда-то это можно делать, а когда-то нельзя делать, и, по-моему, типа по сеточке ударку расставлять полностью. Это не уровень батла, поэтому я, конечно, послушаю все, потом вернусь. Вот тогда, допустим, я точно знаю то, что я слышу, да? Потому что, ну, челик чует грув, чует. А Денчу пока что нет. Вернемся потом. Поехали дальше. Поехали дальше. Ну, давай. Предыдущий челик тоже из Вольфмандра отвязался. Этот решил взять его полностью, да? Ну, посмотрим. Вот за это соло, если бы, короче, я вырубил трек вот здесь, понимаешь, с этой абсолютно простой, неинтересной ударкой, то я бы тебя дальше не пропустил. Но потом ты выдал соло, и в нем уже есть смысл, потому что ты чуешь мелодику и, ну, типа, можешь что-то с этим делать. Другой вопрос, то, что у тебя абсолютно низкий сап. А тихий, и ты его как-то им не заполнил пространство. Ребят, юзайте ревер, пожалуйста, хотя бы на минимуме. И я надеюсь, все, ну, типа, которые на батл пришли, ребята, треки мастера. Скорее всего, вот почему у меня такое ощущение, что вот этот трек не домастерен, потому что сап настолько тихий, настолько не дотянут. Хотя, судя по... Блять. Ага, судя по Судя по воле дорожки, ты в натуре трек не мастерил, потому что у тебя она бегает пиздец. Ну как видишь, короче, чё хочу объяснить. Меня не прокачала ударка абсолютно. Выборка типа... Сэмпловые нарезки тоже, но ты выдал соло, и я люблю, когда челики умеют, типа, находить мелодику и разыгрываться ей. Поэтому я пишу твое имя, но, блин, братан, если будет еще раз такая хуйня, то я тебя не пущу. Как, блять, как твое имя скопировать? Каратека. А, понятно, все. Для себя подпишу. Дай... Да, да. Каратека. Я даже комментировать не буду, чувак, это, блядь, что? Это Эдди Маниати. Эдди, я тебя не пропускаю. Так, я просто начинал слушать первые, по-моему, 7 треков. Потом решил, что надо запустить стрим, чтобы люди потом не доебывали меня вопросами, почему я того пропустил, почему того не пропустил. Блядь.
Так, ну-ка на. Перкуссия прикольная сейчас была. Челик с пространства умеет играть. Прикольно, в интрухе по панорамизации раскидал звучки, но первая же проблема, у тебя вступают синты, во-первых, синты абсолютно не жирнючие, в них, по-моему, песка не хватает, но высоких. Второй момент, ты, ну, типа, умеешь сайдчейнить, но почему тогда ты не сайдчейнишь ударку? У тебя каждый раз, когда вступают лиды, а что это у нас за типчик, кстати, кто, вот, кто сейчас играет, блядь? Как на этом саундклауде, блядь, поймешь? Когда плейлист запускается, я, блядь, не вижу, кто у меня играет. Ага, The Unimi. Как только у тебя лид выступает, у тебя сжирается пространство. Я тебя помечу за панорамизацию, но, братан, если ты, типа, не научишься вытаскивать ударку, ну, из-под лидов, это пиздец. Так, The Unimi. Дальше поехали. Нервы. Проходит, я думаю, по кикам ты сам слышишь, что они, ну, не очень выразительные здесь, но групп умеешь делать, это клево. Нейрон попадает, ну, в следующий раунд, по моему мнению. Так, да, седьмой. Так, давай запускай. We'll be right back.
Кадикактус тоже проходит, но смотри, чел, во-первых, по нормизации не играешь, было бы прикольно, если бы у тебя кики раскидывались иногда. Второе, мне очень понравилось, что ты сделал бублу из сэмпла, это прикольно. И умеешь чувствовать грув, выставляешь ударку не по сеточке, это заебись. Так, это мы слушали Кадикактус. Кадикактус проходит. Возможно, мне даже не нужно будет все переслушивать. Так, Рикатор. Тоже мой сэмпл взял. Ну, давай. Рикатор. А, ну я помню свои мысли по поводу этого бита, просто послушайте. Короче, ты проходишь, но смотри, у тебя мелодика, блядь, у тебя мелодика тоже по сеточке раскидана, а тут нужно было грува дать. Все давным-давно делали слайды еще, блядь, с 13-12 года. Они уже, ну не то что подзаебали, нужно что-то интереснее делать. Ну, звуки ударных абсолютно обычные. Мне понравилось то, что ты на сэмпле смог наиграть мелодию в тональности и типа по ней попер. Но потом она как-то заебала. Вот. Проходишь, но под вопросом Ника там написано. Так. Как там дальше? Пу! Некто по имени Пу. Даже Пи с тремя Ива. Вот все, кто юзает эти, ну, акапеллы на битмарском контесте, я не думаю, что это не по правилам, конечно, но мне кажется, это читерство. Акапелла очень хорошая, но я, сука, тоже не промах. Я все слушаю, чего вы пишете под этой акапеллой. Проходит, даже знаешь, что такое вонки, поэтому, ну, типа, ты меня понял, да, чувак, Пир? Ты знаешь, что такое вонки, поэтому я тебя пропускаю. Пью, следующий, Катхир. Помнишь, Катхир мне понравился, да. Катхир мне понравился, но тоже скажу комментарий, чуть попозже. Привет, привет всем, ребят, я просто... Понравился, но это очень просто. Вот в чем соль. Нахуй ты свои теги ставил, чувак? Вот зачем? Ну,
ролики, все прикольно. Нахуя ты везде теги свои ставишь? Под вопросом. Короче, нет, мне не понравилось. Это, видимо, я на нем остановился, почему я запомнил. А, ударка. Если ты пытаешься изобразить живую ударку, уж, блядь, пытайся ее изобразить, не могут, типа, кики и снейры бить абсолютно одинаковые в одном и том же... Почему они одинакового уровня звука? Почему они тоже посет... Короче, те же самые претензии, что я обычно ставлю. То есть, мой основной критерий — это ударка. Ударка должна прокачивать. Дальше идет, ну, звук. Сама плотность звука. Я слушаю на Мониках Киркей Рокеты 8. И, ну, типа, они достаточно, ну, плотно выдают, даже больше, чем надо. И мне все равно не хватает плотности от ваших треков. Пока не вписываю. Смотрейпс. А, секунду. Я сейчас верну и быстро вернусь. Все, да, подъедет. Че там? Лоу, лоу, блядь. Извиняюсь, к сожалению, пришлось заново запустить. Так, мы остановились на Космотейпс. Сразу же, чел знает, что такое саундчейн, но он слишком явный, братан. Ну, Космотейпс либо пишет с, ну, вживую, наигрывает ударку. 8 Че? 8. Что 8? Хорошо, ну, короче, решай, когда угодно. Так, Космотейпс вписываю. Потому что олдскульщиков я тоже люблю, хоть в Скиллуху почему-то Космотейпс. Скиллуху вы редко показываете, ну то есть максимум, ну грув чувствуете, ну а дальше пацаны, а дальше. Ну или не знаю, я остальных твоих битов не слушал, поэтому я еще не оскорбляюсь. Так, у нас тоже спринг. Надеюсь, я этот сэмпл буду слышать реже, он мне вообще не нравится. Прикольный грув, просто... Короче, я помечу для себя, у нас тут просто спринг. Но, во-первых, все там разно. Вот. Во-вторых, ты юзаешь вот эти прикольные темы, которые мне запомнили, типа, почему я сейчас слушал вообще перкуссии. А нахуй ты на него кинул ревер, который полностью отличается от остальных по реверу, который сильно выбивается, и прям, ну... Надо было с этой перкуссией поработать нормально, братан. Пока под вопросом. Потому что те, кто, ну, стремится на такой игровой уровень, ну, должны, типа, вкупать, что такое, ну, типа, звуки непозволительные. Не потому что это какие-то правила, а потому что если это выбивается, и насколько фонообразно идет, это заебывает. Та фишка, которая должна быть фишкой, она в итоге просто заебывает. Ну, это, типа, как я понимаю, стук копытла. Какое ток? Ток мимо сразу же, я... Во-первых, ты не по тональности это делаешь, блядь, проебываешь ноты. Во-вторых, что за ужасный удар? Том Кай, следующий. Да я понял. Я что-то нихуя не понял. Это батл битмейкеров, ребят. Почему?
мне даже объяснять, по-моему, ничего не надо. Тонкая мимо. Мастру битс. Я понимаю, что ты хотел сделать, любители какого-нибудь, не Карнажа, господи, как его зовут, Кермак, но... Во-первых, однообразно, во-вторых, не в этом группа складывается, если ты просто, ну, необычно кидал перкуссии, от этого группа не идет. То есть я пытаюсь под это покачаться серьезно, потому что я понимаю, что ты хотел сделать, но я это сделаю, то есть не могу. Ты реверснутый снейр ставишь перед каждым снейром. Это убивает саму фишку, блять, этого снейра. Блять, короче, настрою битс. Я... Ну, могу вернуться, конечно, к твоему треку и пропустить тебя, но, чел, да, я, ну, еще не сказал о том, что саб звучит очень плохо. То есть, ты идешь в правильном направлении, но, типа, это не уровень батла, типа, ну, в какой скиллухе ты сейчас собираешься состязаться с другими ребятами? Тебе скиллуху еще надрачивать. Пока не вписываю. Просто сам продолжай. Блядь, как я не люблю эти мелодии, я не просто писал. Но я не терплю, конечно, но я не люблю. Вы теги ставите. Вот, блядь, понимаете, что это биты Джинни Боя, блядь. Это биты, блядь, ну, Джинни Боя. Борца 2000, блядь, 11. Сразу же, про Sound Production ничего вообще. Те, кого я помечаю, то, что, типа, пропустить дальше, это только потому, что, ну, типа, я могу набрать очень мало треков, которые мне могут понравиться. И чтобы, как бы, хоть до 20-ки добить, не знаю, 81-го. Слушаем дальше. Мистер Джек. Джесс. Рейвер уже нравится, не понял? Нахуй теги ставить. Проходит, пишем, проебался в уме. Прикольно модулируешь сэмплы. Мистер Джаз. Джесс, блядь, как правильно назвать так. Мистер Джаз. Прикольно модулируешь сэмплы, типа, вижу, что умеешь играться, но, типа, за полетом эксперимента всегда, ну, должно стоять, ну, сверху этого хорошее звучание, а вот у тебя его пока что нету. Короче, мне в основном не нравятся просто звуки ваншотов, которые ты юзаешь. Вот. А так прикольно. Ну, типа, это, по крайней мере, интересно. Влех виндр... Квиндвно, блядь, вот с этими перевернутыми... А, ребят, вы что, пришли батлиться в 2012 год, блядь, зачем вы переворачиваете до сих пор? Александр Кайда... А, типа А это у тебя Б, Кайданов, да? Александр Кайданов. Хорошо слышал. Ну, хоть сэмпл был, окей, давай посмотрим. Ну, вот какой...
такое имя, такие биты, вообще ничего. Мне нужно дальше послушать. Давай даже вот я сейчас послушаю. Мне интересно даже, типа, пишутся ли комменты ребят здесь. Но. Ты даже не поменял ноту саба. И, походу, вообще ни разу. Так, Lil Killa, вижу, блядь. Так. Почти попал в нос. Или попал? Попал, другие ноты сыграл. Ну, допустим. Да, блядь, да. Lil Kill мимо. Я отвечаю, вот даже... Где кик? Что это за... Эджио завязал. Ясно. Так, Риши Монста. Я уже услышал, что ты взял крик. И сразу же услышал, что он звучит плохо. Можно было бы хоть немножко обработать? Помимо питча. Да я... Блядь, зачем такие длинные интро? Вы понимаете, вы приходите на батл, типа, на будущее, ребят. Интруха должна быть интересной тогда, потому что если, блядь, повторяющиеся 4 квадрата с одинаковой мелодикой, это может, типа, в треке смотреться хорошо, но когда вы пишете, ну, в треке, я имею в виду, с акапеллой, потому что акапелла может, как бы, ну, разнообразить этот момент, да, но когда вы присылаете, ну, типа, бит на батл, уж извините меня, это должно быть сразу же интересно, а мне стало скучно на 7, блядь, 8 секунде бита, о чем разговор? Давай дальше, хорошо. Мимо. Реши мимо. Даже обещание опять, блядь. Ты сколько пишешь? Месяца 3? Ну, типа, это не значит то, что я, ну, не оскорбляю, начинаете писать, это все хорошо. Я, ну, типа, подобную хуйню писал, когда начинал. Но нужно понимать, что вы идете на батл, ребята. И, типа... Воркута. Просто прокачивайте скилл. Я никому не говорю переставать чем-то там заниматься, но прокачивайте скилл, ребят. Воркута, давай. Ты вообще не те ноты взял, да? Сразу же нет. МДД. Ну, сайчи. Ну, это, блядь. Это читы. Сайчейн это читы. И акапелла это читы. Да, покажи, что ты с ударкой сделал. Понимаете, когда вы вставляете акапеллу, это значит, что у вас не очень интересный бит, а вам хочется, типа, чтобы он звучал интересно. Просто так по лускучку. Прикольный прием с тем, что вставил тарелку вместо снейра. Я, допустим, тебя отмечу, если еще к тебе вернусь, МДД, но под большим вопросом, потому что это все скучно. А ты вставляешь даже перкуссию, она у тебя звучит только справа. Почему она не уходит влево? Чтобы меня заебывать справа? Герой. Какая песня по центру. Ну ладно, я его терплю. Блин, мне надо поближе, наверное, сесть, а то меня даже... Эй, да. Кто
еще не понял, что происходит, я тут отбор провожу. Ну давай, не разочаруй меня в дарте, братан. Не разочаруй. Нахуй так долго. Понял зачем. Это норм. Не разочаруй ударкой, блядь. Не смей. Я понял твою задумку. Я понял твою задумку, идея пиздатая, поэтому я тебя вписываю. Но смотри, я вообще не знаю, типа, могу ли я раздавать советы. Так, я сейчас все... Вышел список предварительный, блядь. Подожди. Из... Сколько у тебя героев? Героев 23. Из 23 я выбрал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Из 23 10. Я понял твою идею, но реализация... Типа, на дропе, где там у тебя отступает, типа, сап уже, да? Он, во-первых, сам звучит достаточно линейно, он должен быть слегка измененным. И у тебя должны, как бы, блядь, зайти то ли трубы, то ли еще какой-то синт сверху в, ну, какой-то гармонике интересной, чтобы это прям, ну, цепляло. Ну, типа, какой-то должен быть подлог, а там, и вот подняться там, типа, синты. А так, ну, получается, у тебя между интрухой, это одна из больших ошибок, типа, битмарей начинающих. То, что в начале трек по динамике не особо отличается от дропа. А по динамике не отличается от дропа у тебя. И это рамс того, то, что ты не заполнил пространство, которое не было заполнено в интрухе. Это очень, ну, типа, важно. Ну, вот, например, вот, блядь, господи, где мне... Просто, к примеру, мы с Димой посидели один вечер. Так, это не тот. Взяли сэмпл Тома Уэйтса и как-то по-грувове все сделали. Мы его сделали, типа, таким олдовым, специально перегрузили, но он уже заполнен, он уже забавно звучит, уже прикольно. Просто потому что что-то меняется, что-то добавляется в пространстве именно. То есть музыка, типа, как и искусство, оно, ну, призвано удивлять. Это, ну, типа, развлечение, как ни крути. В кино ты приходишь, ты хочешь, чтобы тебя развлекали. Приходишь ты, не знаю, в любой музей, любую выставку, ты хочешь, чтобы то искусство, которое тебе, ну, показывают, оно приносило тебе какие-то новые эмоции. И, типа, ну, само было не однослойным. То есть, чтобы ты мог в него зарыться и как бы до конца там заглубиться. Пусть там будет, блядь, даже вот так вот от А до Б дойти, но должен быть какой-то путь. То есть, ты увидел какой-то, ну, предмет искусства, и ты должен, ну, иметь хоть какую-то базу, чтобы его понять. И если тебе не нужно никакой базы, чтобы его понять, это, ну, не является, ну, ничем интересным. Короче, сложные материи. Ну, вот, допустим, пример, вот мы с Димой ЛДМА посидели за вечерок. Это наши битвы. Слоев всяких. То есть, типа, есть и ледовые розыгрыши фанковые, сап прописан фанково, то есть, ну, по тональности, по всей, они просто не башен, могли бы просто сделать, да, типа, как по-обычному, это было бы скучно. Вот. Ну и плюс частотное пространство занято. И что первый, ну, не орган, это фанковый лид какой-то, фанковый синт, поп-пом, та-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Он, типа, я, во-первых, его раскинул по пространству так, что он переходит справа налево по кругу, вот так, и
тот орган, который играет тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун, он уходит чуть дальше, он, ну, звучит где-то вот здесь, пока орган гуляет здесь, основной сэмпл играет прямо, ну, где-то вот прямо вот так, и вся ударка бьет тебе в лоб. То есть у тебя заполнено пространство, плюс отмастерено, и из-за этого создается ощущение плотности звука. Ну, короче, как-то так. Давайте дальше. На ком мы остановились? На героев, по-моему? Да. Тут нужно понимать то, что, типа, ты можешь приготовить пиздатое блюдо, трудившись над ним, и, типа, заполнить, там, 300 грамм, да? Вот 300 грамм веса. И ты можешь сварить кашу в 300 грамм. Но, типа, плотность у этого будет разная, и вкус разный, и ценность разная. Джо Сап, слушаю. Так. Он прыгает в звук у сэмпла сильно. Но сам сэмпл прикольно обыгран. Но, сука, не будешь лимитировать, блядь, звук, выебу, не пройдешь больше. Вот это, то, что вначале было, когда я наверх саканул, у меня чуть уши, блядь, не отвалились. Ты что, ебанутый? У меня же сердце одно. Ты отписал, Лили? А, хорошо. Да. Ладно, не думаю, что сильно влияет SoundCloud. Так, на Джосабе остановились, дальше идем. HV. На интерстейшн. Хорошо. Опять я был ее зайти. Это читы, блин. Так, ну пометочку оставлю, но, чувак, вся ударка по сетке выставлена, абсолютно нету, типа, грува. Даже тот цап, который у тебя, по сути, должен перетекать, вот сейчас я его послушаю еще раз. Я слышу, что он у тебя засочен, по-моему, еще даже вручную, но он сам не играется. Тут нужно было накинуть какую-то ложку, замодулировать, типа, сап. Так, 3+X, чё? Там очень много пришедших новых чуваков, и с ним что делаешь вообще. А, ладно. Короче, я отсуживаю Banger Zone, отборочный раунд, пропускаю чуваков в следующий. Кто нахуй звонит? Тебе звонит? А, ты тоже запустил стрим? А, ты смотришь мой стрим, я, блядь, тут сижу. Драма Kill Beats. Драма Kill Beats. Нахуй вырезаете, блядь, мелодики, которые не в тональности, нахуй. Мимо. Драма Kill Beats сразу же мимо. Нельзя, блядь, так делать. Вы берете, наигрываете... Короче, ну нахуй это объяснять. Вы приходите, ну, на батл битмейкера, да, то есть у вас должна быть скиллуха. Вы понимаете, что челики сидят, которые, ну, я уверен, есть кто-нибудь, кто здесь, ну, уже 8, может быть, 10 лет пишет, да? Может, да даже там 3 года. И нельзя, блядь, брать сэмпл и начинать играть его, ну, типа, вставлять его в абсолютно другую тональность. Это, ну, типа, мерзко звучит на звук, да, короче, пиздец. Антоним, слушаем. О, гроссбит. Люблю гроссбит.
Это сарказм, если что, просто есть чуваки, которые не пишут, а грустбит — это слишком банальная хуйня. Нет, когда вы делаете живую ударку, у вас не должны быть одинаковые ваншоты. Вообще не должны быть одинаковые ваншоты в течение квадрата. Они у вас одинаковые, от этого, ну, слышится то, что ударка живая, в кавычках, и от этого создается очень неприятное впечатление. Нет, не пропускаем тоже. Так, чувак с ником Стереоком. Интересно, ты начал писать с того момента, как вышел трек? Так, слушай. Прикольно, нравится, как ты кость скинул. А чё ты застрелил кого-то, блядь? Ты нахуй человека застрелил, блядь? Так, слушай. Опять-таки говорю о том, что всегда должен быть путь от чего-то. У тебя идут одинаковые уровни шумы в начале, размещают как бы пространство, да? И потом они у тебя также остаются здесь, а сама ударка. О, чувак, ты сабом, ты как можно так промазать сабом? Не, братан, ты в ноты не попадаешь, Я тебя сначала похвалил за все эффекты, но если у тебя, сука, и фиксы еще с предварительным раскидыванием по панорамизации, то, чувак, ну уж извини. Могу тебя похвалить, если ты эту хуйню сделал с эффектами сам лично, но не попасть в ноты — это значит не попасть дальше в следующий раунд, по моему мнению. Так, sounds like a damn. Слушай, рок-н-ролла парк 2. Ну, типа мясо, но ты понимаешь, что это все было очень давно, это не удивляет. Снейр и кик не вытащены из общего микса. Хотя бы в ноты попал. Супер с натяжечкой, только потому что заюзал мой сэмпл. Ну хотя, блядь, нельзя так тоже пропускать. Подумаю. Six Kilo. Rock'n'roll. Давай слушать. Уже слышу, что перкуссии вообще не менял, блядь, по уровню звука и пантеризации тоже. Просто поставил, блядь, и все. Опять все по сетке. Снейр говно, просто говно. Блядь. Ни одним симптомом в ноту не попало, нет, чувак. Макнитайпиц, Хорошо, ну давай послушаем общий микс, как ты перешел. Понимаешь, я бы мог сказать тебе да, если бы ты этот сэмпл хоть как-то обработал фейзером, блядь, фленджером, поигрался с его ревером, чем-то угодно, но ты, блядь...
ладно бы, типа, такие абсолютно комнатные звуки, ну, без ревера, дилея, там, эффектов и так далее, заходит, если у тебя охуенно, ну, проработано сведение, и, в принципе, весь микс звучит минималистично. А у тебя не звучит минималистично, и поэтому, ну, сори, я говорю нет. Мастерфир. Слушай. Плохо, я тебе галочку поставлю, но как видишь, меня не качало. Не вписываю пока. АМРК. Когда ты хочешь поэкспериментировать... Блять, короче, нет, просто я даже комментировать не хочу. Ну, чел. Почему, но я этому скажу да. Потому что мне мелодика понравилась. Do like you feel. Это, блядь, не пишет прямую бочку с таким темпом. Но... Это саундтрек к Текину какой-то, блядь. Типа, к японскому файтингу, блядь. Но за это и пропускаем. Do like you feel. Может, ты хотя бы отличаешься. Do like you. Тика. У тебя даже на фоне. Так, Лонзи. Ой, ну давай. Азап модулироваться будет у тебя, нет? Ну хорошо, тебе нужно подтягивать сведения, чувак. Когда ты делаешь всегда, блядь, когда вы делаете минималистичное звучание, ваши ваншоты, сука, должны звучать идеально. Если они звучат, блядь, как 128 кбпс, это будет звучать говёно, блядь. Прикольно раскидал сэмпл. Блин, понятно, к чему стремишься, это все клево. Хорошо, я Лонзи, я тебе вписываю. Но, блядь, тоже с пометкой, если такой же будет свидос, дальше я тебя не пущу. Бобби Битс. Да. А, просто потому, что первый чувак с лунки. О, ну, второй получается. Ну, то есть, может. Но недостаточно просто чуть-чуть сдвинуть, знаешь, блядь, по сеточке. Тоже, блядь, если делаете такое, ну, делай какие-то перебивки, делай новые там накидки, вставляй снейры и тому подобное. Вписываю, потому что, ну, хоть так. Родди. О, что-то прикольно будет. Запичил, сука? Thank you.
быть выше. Какого хуя у тебя сэмпл, блядь, громче, чем ударный? Почему у тебя сэмпл громче, чем ударный? Было бы ебанутые, было бы, блядь. Сука, не попадешь в ноты сейчас, я тебя не пропущу, ты понял? Хорошо, сейчас что делать? Сведение, ебучее говно. У тебя есть потенциал, Руди. Но, опять-таки, пропускаю, в уме посылаю нахуй. Потому что нельзя так, блядь, делать. Обнадежил меня. Вроде так. Unreal, блядь, опять перевернутая В. Вижу перевернутую В, подразумеваю хуесос. Что требовалось доказать? Чувак, естественно, я не говорю, что ты сосёшь хуи, но что это? Нет, нет. Во-первых, нет, нахуй, я даже ничего объяснять не буду. Челопэт. Не наебёшь. Все, кто в ноты не попадает, идут сразу же нахуй. Ну хорошо, допустим, я слышу. По этой хитрожопой засунул, значит, сап в самые низкие частоты. Думал, я не услышу, блядь, ноты его. Молодец, попал, но там нужно было чуть подетюнить, потому что сам сэмпл, ну, типа такой. Ударка, в принципе, подходит, но опять-таки, это все типа олдскульно, я могу таких чуваков пропускать только потому, что они сами, ну, должны быть пиздец гиками. Типа чуваки, которые пишут по олдскульному там а-ля Мадлиб, у вас у самих должна быть огромная библиотека виниловых сэмплов, с которых вы все режете. Если ты не из этих, то в следующий раунд не пройдешь. Емиями. Но... Намасте. Так. Плохой снэр сразу же. Не проходишь. Ну, что это за кибра? Ну, в тональность не попал. CCKSHT. О! Заюзал кличу. Это у нас скиллуха называется, да? Отбирается на батл, кто заходит сюда. Бенгер Зон, битмейкер батл, я его сужу сейчас с отбора. Ты же можешь написать комментарий. Закрепить? Да. Ну, я тупой, поэтому не знаю. Нет. Краус. Bye.
Ну да, заметил. Дам тебе шанс. Дам тебе шанс только из-за этого. Вот из-за этого. Из-за этого дам. Повторишь эту хуйню, не дотянешь сведения, не сделаешь грубо и не вернешь, блядь, бас биты. Пойдешь нахуй. Краус, да, правильно записал? Да. Так, Фейт Джокер. Что это нахуй? Ты чего на батл прислал? Ты понимаешь? Блять, я не. Давайте так, по-моему, в 15-м году Илдемар, короче, побеждал этот батл. Счешь? И типа, после того, как они видят, кто побеждал этот батл, они присылают, ну, типа, такое. Вы че, угораете, блять? Роба, репа бой. Давай. Опять все по сетке слышу. Нет. Регги до бита. Нет. Мистери. Зачем? Вот. А ты мне объясни, ты ебанутый? Нет. Вот у тебя есть бит, у тебя есть сэмпл. Почему у тебя сэмпл играет 50, блядь, 2 секунды в начале? Нет. Вот смотри, ты сдаешь трек на батл, да? У всех одинаковые сэмплы. Все за это одни и те же сэмплы показывают свой скилл. Почему я, как судья, должен слушать тот же сэмпл, который я и так слышал, который прислали остальные судьи, 35 секунд, в котором ноль твоей работы, ноль. Зачем мне это слушать? Ты можешь объяснить, блядь? Нет. Так. У нас еще один никнейм с перевернутым А в виде В. Новополовым. Слушаем. Вы уже помните, что я говорил с, насчет битмейкеров с перевернутым А. Единственный битмейкер с перевернутым А, который заебал, это Капелла, блядь. Все. О, мы просто повесили акапеллу, типа, сверху бита. Я все слышу, что там, блядь, под акапеллой. Ну, он хотя бы грув чувствует. Тут прям все в ритм. Я запишу тебя, ну, блядь, ну... Я тебя так буду называть до конца, блядь, твоих дней. Ну, проходит следующий раунд. Так, у нас был 51-м, а теперь 52-м. Пдулок. Нет, PDLK есть ума. Так, шо, техно? Нет. Нет. Майя. Нет.
где сам улов? Алло, где сам? Ты че, ебанутый? Ты даже, блядь, не... Ты слышишь, что у тебя... У тебя сэмбл играет быстрее. Ты че, ебанутый? Ты... Все, нет. Кто был сейчас играл? Кто играл? Мы или... Научись растягивать сначала по таймлайну сэмпл, а прежде чем накладывать на него ударку, окей? Вот. Все. Пиздец, как у меня жопа горит. Фу, блять, я к этому сумасшедшему вернулся. Так, 52-й был. Майеви тоже не проходит. Про джин! Давай. О, господи, как меня заебал этот сэмпл. Так этот хорус еще и сэмплированный. Нет. Разбит. My chance. Нет! Сука, блядь, почему? Слушай, не могу, вот люди что пишут вообще? Вот им, может быть, нравится такое музло? Что, блядь? Я не понимаю просто, блядь. Я не понимаю, у меня аж ебало раскраснелось. Это просто пиздец. Бля, фу. Так, мне нужна кепка, пиздец. Откуда кепка? Кепка, пиздец, отручка. Так, это он еще играет? Нет, это уже следующего. Еще раз разбит. Я, блядь, не знаю, может его на зло, типа, организатором пропустить, блядь, чтобы он заебал до конца, я его, блядь, до финала доведу. Чтобы он, блядь, весь, блядь, батл всех ебал в уши. Там, знаешь, скиллованные типы, которые по 8 лет пишут, и вот это. Конечно, нет, разбит не проходит. Краба Фингас, давай. Слушай. Нет. Сэндмен. Ну здесь сэмпл вывозит, пиздец. Прям читерский сэмпл. Давай. А, ты еще. Ты взял читерский сэмпл и угробил единственный шанс на то, чтобы пройти. Что ты сделал с сэмплом? Я понял, что он сделал. Этот ебанутый взял другой сэмпл. Типа интро сделал из одного, там предоставили 3 сэмпла. Как я понимаю, вроде как. То есть он взял пиздатый сэмпл вначале, а потом взял хуёвый сэмпл и реверснул его еще. Не проходишь. Секвенсор Уралс. Секвенсор, слышу, давай Урал. Рэперы на Урале хорошие, посмотрим, как битмейкеры. Опа. 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 О! Нет. 59. Субо.
слушаем. У тебя очень узкие кики, короткие, что это вообще? Там помимо всего, ну, дохренища проблем, но... Tony Type, блядь, какой ебучий сэмпл, почему этот сэмпл самый популярный? Я ненавижу вот этих корц ебучих, сам бы так, ну, такую музыку слышал. Но он просто написал. То есть, наверное, просто должен быть, ну, позже, ну, хуй знает, как объяснить. Я причем вначале, типа, ну, был еще достаточно добрый, но это пиздец. 61-е. Unknown Untitled. Чувак, вот ты думаешь, это, ну, типа, свежая идея так назвать себя, да? Типа Unknown Untitled. Типа неизвестный исполнитель, никто себя так не называл. Со времен создания, блять, музыки, которая записывалась на CD, никто себя так не называл. Ладно, хорошо, может ты хорошо пишешь. Опять этот сэмпл, блять. Опять этот, блядь, сэмпл. Ёб вашу мать, блять. Как он меня заебал, какой он уродский этот сэмпл, это просто пиздец. Мне нужно говорить, что нет? Вайнвуд. Такое ощущение, что я видел где-то Вайнвуд. Опять этот ебучий сэмпл. Нахуй его брать. У вас был один. Ладно, все. Понимаешь, я не вижу различий. Я не вижу различий, вот там, блядь. Хотя с другой стороны, ну. Надо, короче, перепрослушать те почки, в которых я пропустил. Может быть, я уже чего-то не слышал, но, по крайней мере, здесь мне так не нравится и сап не нравится. Еру грув. Бэйби. Ты хочешь меня скримом захуя? Скример, блядь. Вот настолько тихо у тебя играет интро. Это на полную громкость моих колонок будет. Вот он такой, бля. Вот что-то интересное вот здесь. Давай. Блядь, мне нужно этот сэмпл переслушать, который кидали в группе. Сейчас, секунду. Потому что, походу, это важно. Потому что если эти скрипки не засэмплированы, я сразу же пропускаю этого чувака. Мы засэмплированы, блядь. Ничего интересного. Так. Блин, а где пост с сэмплами сейчас? Блин, слава богу, сейчас я найду сэмпл, который я взял. Блин, а где его найти? На сайте можно найти, кто тут сидит с отбора? Кто сидит с отбора, чтобы где найти сэмплы, которые вам давали? Я отслуживаю баттл, проходной раунд, блядь, отборочный раунд. Пропускаю следующий. Так. Блядь, если кто-то знает, что это за сэмпл, просто скажите мне, блядь, что это за сэмпл, пожалуйста. Ну, на самом деле, я слышу то, что это его скрипки. Это я так, это я видел голос.
за скрипки уже готов пропустить. Ебучая ударка будет, чувак. Просто вот не смей нам. Все прикольно, ударка не очень, но не очень. Остальное все круто, Еру Грув пока что даже, я бы сказал, фаворит. Так, да блять, это тыкло не так, альфа-бит, сейчас да, альфа-бит. 64-й альфа-бит. Я просто не оцениваю биты как биты, ну типа как под него там сочетаешь. Я оцениваю скиллуху, если чувак уже интересную мелодию может наиграть, это уже скиллуха. Все, не отвлекайте, пожалуйста. Снэр говно уже. Energy Flow. Мультфастер. Еще раз. Да. Эй! Эй! Нет. Джелси Бис. Так, короче, ты не проходишь, но давайте я объясню, почему. Потому что тут, блядь, по-моему, ты даже не очень понимаешь, зачем вставляются райды. Ну, типа, и крэши, в принципе. Ты вставляешь крэши, когда ты подчеркиваешь разъебушный момент. Вот этот чупа-чупсный сэмпл, он вообще не разъебный нисколько. Под него нужно какую-то челуху клевую с пиздатым сведением, пиздатым грумом писать и с какими-то дополнительными там мелодиками. Ты же берешь и типа сходу начинаешь типа... Вот у тебя, блядь... Что? Это, ну, типа вообще не сочетается. Как будто ты... Блядь, какой был? Стой. Как будто у тебя был изначально готовый удар какая-то, и ты просто подогнал по темпу типа сэмпл. Не знаю. 99 мм. Почему они юзают этот сэмпл? Он же, блядь... Вау! Вот это ты удивил! Вау! Бля, воу, хочешь удивлю, ты не проходишь, чувак, что это, бля? Нету сэмпла, ну он был в начале, вот. Ну типа, я заюзал, я заюзал. Знаешь, что я еще заюзал, бля? This is America, нахуй, я заюзал. Почему это Америка? С чего это Америка? Как ты... Крафти. Следующий. Ну, 99 мм, если не понял, ты не проходишь. Крафти. Крафти. Так.
синтами прикольно играется, у него там есть. Просто сам сэмпл ублюдочный, я понимаю, почему мне так все нравится. Сам сэмпл, блядь, дикая запись. Что здесь делать? Да-да. Ставьте, пропущу за синты. Слышишь, что у тебя женщина не попадает в ноты, нет? Так. У тебя, ну, типа, баба в ноты не попадает. Слышишь? А еще ты отрендерил бит так, что у тебя остается еще 100 секунд до его конца. Крафти под вопросом большим. Банди Кац. Блядь. Блядь. Это пиздец. У меня сейчас голова лопнет, блин. Сори, транса прервалась. Банди Кац. У тебя прикольное, интересное начало. Был задаток на то, что будет что-то интересное. У меня голова болит, когда люди не попадают в ноты. У меня реально болит голова. И, ну, типа, это пиздец. Какой ты тональности играешь? Во всех, блядь. 70-й блип. Банди Кац не проходит точно. Оп, так, 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 так. Вот тут что-то, походу, интересное можно быть. Достаточно такой скучный, а так красава. Ну, типа, это норм. Кого я там? Я еле грубо отметил, вот блип. Пока что двоих, которые действительно что-то вот, ну, понравились. То есть я мог бы это, ну, послушать хотя бы. Blazy Flex. Опять 25 секунд интро чего? Вот что, вот 25 секунд, вот какую скиллуху? Я должен определить то, что ты на канал Ревер кинул и готов. А, ну это Синдж. Blazy Flex, короче, я тебя пропускаю, но имею в виду, пропускаю тебя только потому, что, ну, типа, чуваки даже, ну, типа, редко какие-то свои синты юзают, нормально. Если, блядь, батл, это попасть в ноты, я хуй знает. Ну, допустим, я тебе писал. Так, 1290.
Давай. Даже как-то грустно, нахуй, ну, ничего говорить не буду. Лестни. Ну, хорошо. Давай. Это прикольно. Ну, прикольно не так, чтобы супер понравилось. Ну, по крайней мере, типа, он хотя бы прокачивает. Ну, хоть и все по сеточке. Сразу же говорю, чувак, у тебя снэр абсолютно не слышно, потому что у тебя, типа, аккорд, который ты поставил на снэр, в том же частотном диапазоне и в том же панорамном месте, где, блядь, и снэр, и он сжирает. Если сам наигрывал перкуссии, клёво. Если перкуссии залупленные, которые сейчас были, это, ну, пиздец. Лестни проходишь просто потому что, блядь, среди этого говна, ну, не знаю, даже чего. Мы просто даже людей, которые, ну, на следующий должны проходить, очень мало. Аполлинар. Аполлинар. Ну, хороший плагин скрипок это нехороший твой скилл, понимаешь? Умеешь ноты попадать, да. Но насколько неприятная ударка. Ну... Блять, дай мне дать шанс. Ну давай, к концу меня уйди. На самом деле, но ударку не потянешь, а полинейр. Я даже не знаю, тут вопрос, ну, не грубо, я понимаю, что ты, типа, можешь сам дизайнить это, ну, типа, единственное, что тут интересно. Ну, как-то композицию строить прикольно. Но ударные... The Ear Labs. Хардбас будет? Да, если будет хардбас, я пропущу. А как просто не придешься? Давай. Это так и будет? The Crossway. Я уже понял, что ты делаешь. Смотри, что мотаю, но я уже все. Нет. Исаак Ренард. У чувака Addictive Drums. Ну, по-моему, да. Ну нет,
это не добавляет тебе скиллухи, чувак, но это пиздец. Прямо на туре болит голова от этого всего. Это какая-то ебанасия. Так, BBP. Осталось 4 бита. Вот скажи мне, вот за что я должен, блядь, пропускать? Вот за что? Так как я уже таких чуваков пропустил, я тебя пропущу, но в следующем раунде, ребят, если вы что-то не увидите лучше, чем просто, блядь, удар КСНР, здоровье, то ну нахуй вообще. Так, пароход Вилли. Мне осталось 3 бита послушать. Да вы понимаете, что вы в ноты, блядь, не попадаете, не проходишь? Тони Солджа. Спасибо за еще 20, блядь, уже 5 секунд интро сэмпла, который я и так знаю. Что, ебанутый? 81-й, не проходишь, Тони Солджа. Бак 3. Бля, как меня этот сэмпл заебал, почему его вдруг, он уродский, бля. Бак 3 проходишь просто потому что пиздец вас мало, я не знаю. Ну, удар-то еще, ну, конечно, но это какое-то мясо. Так, итак, получается, что из 81 трека, раз... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 из 81 нахуй. Причем по-настоящему мне понравилось только, ну 3, вот на туре 3, может 4. То есть по-настоящему мне понравилось из 81 4 трека, условно. Пиздец. В общем, я сейчас пришлю чуваку-организатору свой выбор, но это, я не знаю, это полное, это трэш. Вы уж меня извините, ребят, я не хочу там, ну, оскорблять начинающих, но просто когда вы приходите на батл битмейкеров, у вас должна быть скиллуха. Если бы условный, там, я не знаю, просто человек, кто-то там заик полный приходит на версус, что, его бы меньше судили, чем остальных, или как? Мне кажется, он бы не пошел, он бы подтягивал свои скиллы до того момента, пока бы, ну, не был достойным, чтобы там участвовать в батлах. Вы можете прекрасно слушать остальных людей просто, ну, ребят, которые в продюсинге находятся, и как бы, ну, подтягивать свою скиллуху и на слух понимать, когда вы можете участвовать, ну, в чампе, да, а когда нет. Ну, мне кажется, просто вы тратите время, когда приходите на соревнования, в котором вы можете, по сути, зацепить от чуваков какой-то опыт особенный. Вы просто тратите время и свои нервы. Вы же потом сами будете расстраиваться, то, что не прошли. Зачем себя расстраивать? Вот, короче, удачи в любом случае, давайте. Так. Да, сохраним.